вот в Одессе жара не прекращается. Там по-прежнему плюс 40, солнцепека не выдерживают животные. Лошадь, которая катает туристов по центру города, упала в обморок прямо посреди улицы. В полиции открыли уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными». Возле лошади, запряженной в карету, собралась толпа людей. Ее отпаивали водой, прикладывали к ней лед, вызвали ветеринаров. При этом досталось кучеру и хозяевам животного. Окружающих возмутило, что в такую жару они заставляли лошадь наматывать круги по Одессе. Теперь виновным грозит до 3 лет тюрьмы. Из показаний очевидцев было установлено, что в то время, когда животному было плохо, кучер применял в отношении него физическую силу для того, чтобы поднять на ноги.